Это уже другое мясо. Уже. Ну, мясо тоже жирное. Эфир сорвался, что-то с этим произошло, с Wi-Fi. Не ссыте, блядь, наш тупой. Здесь уже видишь, какие? Сейчас я помою. Капец, там мясо вообще нет. Чего нет? Одни кости. Ты, короче, любишь... Два часа встречаются. Завтра? Ну, люди. Еще скажут там об этой. Жень, добрый день. Привет, Рэмбо. Привет. Привет. Первая кровь или пятая? Дэн спрашивает, ты какая кровь? Первая или три пятая? Недавно, да его все смотрели вон. Не, вот недавно. Ну вот, еще показывали по премиальному. Да. Девочки, привет, привет, Лаунж. Я вам, короче, знаете, что хочу сказать? Какой фильм вам нужно посмотреть? Вот я недавно посмотрел, я просто влюбился в этот фильм. Он такой добрый, такой вот классный. Называется... Хатик. А? Хатик. Хатика? Хатика я не смотрел. Нет? Я его принципиально не смотрю. Как дела? Да нормально дела, как дела? Как дела нормально, нормально, нереально. Дела нормально. Что такое, братан? Муху убил. Убийца, блин. Иди сюда. Шериф. Шериф. Машина спит. Он проснулся сейчас. На. Это его. Его сон. Чего это такого куска мяса? Фильм сейчас скажу какой. А я вчера смотрел. По интернету? А? По интернету? Да не. Это дурацкая любовь. Что знакомо? А, когда... Это дурацкая любовь. Кто болел? Ладно, начнем. Что-то не вспомнил. Нет, нет. Ну, вот у Google, спросил Google. Да, да, да. Вся права, да? А что они их не могут? Брат, думаю, что люди сами помогут. Брат, все мясо мыть надо. Обязательно. Курица, неважно, что там у тебя. Это все нужно мыть. О. Знаешь, вот лень встать нормально, нож пойти. Уже ладно, дорезал. Я там осталось чуть-чуть. Ну, да. Чем понравился фильм? Слушай, такой легкий какой-то, хороший прям фильм. Я такие люблю. Напряженный, да? Угу. Главный актер, знаете, этот, как же его зовут? Который играл в фильме про ковчег. Ну, в таком. Что, говорит, туда ничего, шашлык делал. Ну, как делал? Такие. Угу. Такие, видишь, кусочки. Это вообще до хренища что-то. Пойми, как тут отрезать-то. Топором он фигачил тут. Сухожилие где-то, а вот оно, да. Тут еще ж правильно рубить надо. А в основном же уже по руке. Не. Хороший кусок. Сейчас мы его чуть-чуть... Подпилим? Обшкабуем. А сегодня что за день недели? Пятница. Шерик. А что у меня было? Всемирный собака моя вкусная, а? Всемирный день собак? Да нет, пусть.
малая красная. Как соловей разбудим. Иди сюда. На. А это ему на суп поставим. Ты. Вон он стоит за тебя. Какая шелик? У него костей много, кстати. В бассейне прыгнем. Это говядина. Не, свинина. Мы с дочкой курочку взяли, запечем. Ой, мои золотые, приятного аппетита вам. И вашей дочери. Ай-яй-яй. Что, кусают кума? Самары кусают? Нет, кто-то зацепил за этот. Между стулом и... И пальцем. Угу. Ой, запах какой стоит, бабоньки, мать, усосаться нужно. Чеснок обязательно положи. Ну, положи, родной, как вот будешь готовить, обязательно чесночка добавь. Я вас очень прошу. Мне не рассказывайте, хорошо? И все у нас будет хорошо, и будем дружить. Я разве за советом к вам приходил? Ребят, расскажите, как, блядь, мариновать мясо. Поэтому давайте каждый будет мариновать сам. Мариновать сам, да. Учитывая, что я совет не спрашиваю. Скажите. Я в эфире, дядя Игорь. Говорите. Что-то серьезное? Так ты же не... Что за ты? Я вызываю Яндекс, телефон берите, ваше имя, фамилия. А, я сейчас вызову вам. От себя. А, это вон, Google, скажи, ты на вызове. Это значит, по приложению надо заново все убирать, все данные ваши. Угу. Я вам вызову сейчас за тихо со своего. Нет, надо вернуть, чтобы оно было. Нет, тут надо вводить все ваши данные. Вам когда этот? Когда вы хотите? Сейчас вызвать? Да. А адрес скинете? Подожди. Я сейчас сам. Такой нервный стал. Нет, обычно же, когда обновляется, начинается вот этот... Шерик, ты чё? На телефон? Выберите аккаунт для входа. На мой этот вот, мой год. Его я создаю, да? Ну да. Аккаунт, ваши дети уже там. Ну, могу подвезти, дайте на секундочку сейчас. Я еще не вызвал машину, я просто радуюсь сейчас забить. Все, вот сюда вбивайте, куда же. Вы забили, куда приехать? Обновился дядя Игорь и требует данные. Новых. Вообще было забито, куда ехать? Нет, был адрес тот же забит. Откуда вызываете? Поэтому я удалил. Ну да? Сюда, вбейте в этот, в поисковике. Его нету здесь, этого адреса? Ну, был раньше. Сейчас нету. Улица или балка? Неправильно. Да, есть такие. Вот. Балка? Балка. Да. Ну вот, давайте, балка. А, 18. Все, подождите, вот. Вот и там она? Ну да, восточная. Ага. Все, вон. 377 рублей. Да. Ни хрена себе. Ничего, так вы в другой конец города едете. Тихо. Это еще не до. Вы обратно будете ехать рублей за 800. Да, сейчас. Я буду 3 дня сидеть, пока не буду. Нет, не закончился. А, Анастасия, не закончился, я убрал просто. Большое количество людей очень неприятных. Хотя по барабанам. Сегодня вечером опять поставлю. Эконом 377, там Порш 356. Самый быстрый вот 366. Ну вот вызывайте его сейчас, все равно приедет этот. Логан. Они на одинаковых машинах все ездят. Да. Дурят нас. Да, Николай.
Еще знаете, что если у вас свинина, можно залить ее где-то на часик минеральной водой. Ну, газированной водой. А? Мягче, чтобы. Да, но расщепляет вот эти, ну, жилы, не а жилы. А некоторые кефиром заливают или чем-то. Блядь. Попал? Ага, басы. Красавица. Дочь спит по-разному. Если она одна спит, то час спит. Если я рядом лежу, она через час просыпается, видит, что я рядом, она еще на полтора часа засыпает. 2.5 часа, говорит, может днем спать. Погода у нас? Жара. 35 градусов. А у вас? Да у всех так, ребят. Конечно, ребенок просыпается, видит, что рядом любимая, любимая папочка. Ну и, конечно, дальше спит. И что за эфир такой? Молчание, курение, сопение, так себе. Я могу тебя заблокировать. А что у нас там? Заблокировал. Чтоб не раздражать. А. Так задавайте вопрос. Чтоб не было так себе. Давайте. Ищите клоуна пока. Их очень много, кстати.